Здравствуйте, друзья! В этом ролике наш незабвенный, неподражаемый Гербес Адольфович будет ставить на место попрошайку из Тинькова. Тот вообще не выяснил, что как, сразу перешел в наступательные действия, ну и отхватил чувачок. Итак, слушаем. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. А, да, здравствуйте. Звонок из банка Тиньков. Дело реструктуризации Сергей. Скажите, Павел Владимирович, вам сотрудники ранее льготные условия предлагали? Ой, как вас, извините, пропустил фамилию, имя, отчество? Имя, отчество достаточно, фамилия не нужна. Сергей достаточно. А, Сережа. Слушайте, блин, звонили, предлагали. Да я все пытаюсь вырваться, все жду. У меня тут, как вам сказать-то, как же. Ой, ну я все надеюсь, чтобы, как вы поняли, у вас по образованию кто, наверное, там как банк, да? Я просто, ну вы же видите, мою деятельность, наверное, вам виден, кто я там по должности, да? Где работаю, видно же вам, да? Ну, чтобы я помногу не рассказывал, я уже решил рассказать. Ну, понятно, неудобно, не все понимают мои вот эти вот настроения научные. Я уже замучился, звонят. Я все время прошу прощения, подготовлюсь. Мне, знаете, может, вы в положение войдете. У вас есть возможность там же потом, ну, как-то там посодействовать, что ли, мне? Алло, Сергей. Да. Есть такая возможность? Почему не платите? Что случилось у вас? Ну, видите, ладно, хорошо, расскажу, так уж и быть. Но мне ничего не случилось. Мне наоборот, я приближаюсь к... Как же вам так корректно сказать, чтобы вас не обескуражить? К научному открытию очень великому. Я человек от науки, я химией занимаюсь, ну, то есть, точнее, ботаникой. Вот. И я на пороге научного открытия, мне нужны средства, каждый раз все больше и больше. Вы знаете, как люди от науки, да? Очень много в истории примеров, когда люди были не признаны, а потом... Вот. Но я думаю, что я при жизни буду признан. И вот... Как же вот... Я понимаю, что вы думаете что-то, что это меня не касается, но я прошу, чтобы вы вошли в мое положение. Я на пороге научного открытия. И я, скорее всего, я поглядываю, не больше, не меньше, юноша, а как на Нобелевскую премию. Как вы к этому относитесь? Может быть, судьба, звезды так сложились, что вы сейчас с Нобелевским лауреатом потихоньку с будущим разговариваете? Или вы не разговариваете? Я вас не слышу, Сергей. Да я здесь. Я вас слушаю. Вот, вот почему. Я сейчас пока вот жду признания. Понятно. Как оно повлияло-то на выплату? Вам же предлагали льготные условия в сложными ситуациями. Ну, вы понимаете, меня... Нобелевский получатель. Да я, знаете, как тут, знаете, раньше было казино. Деньги появляются, он их в казино. А деньги появляются, я вот на наш зоологический рынок там этих кроликов, этих покупаю, вот этих мышей, вот этих вот всех это, гадов, этих змей. Ну и приходится там, уж извините за подробности, резать, препарировать, говоря простым языком. Вот я и сейчас весь в перчатках, тут в кровушке, кролик еще глазками моргает. Что ты, мой хороший? Сейчас все кончится. Сейчас. Я договорю тебе и сделаю специальный защит. Да, извините, Сергей. Может, вам перезвонить другое время, когда вы к себе придете? А почему? Я совершенно адекватен. Я всегда адекватен. А в чем всегда? Реструктуризация задолженности, почему не воспользуетесь? Ну, я же вам объясняю, у меня только денежка появляется, я, блин, забываю обо всем и сразу иду материал покупать. Верно, забывать, то, что должны платить деньги. Да, банку, совершенно да? Верно. Так вот происходит вот такое. Таком же звонят, постоянно напоминают. Да, друзья, жаль, конечно, что технические проблемы, связь прервалась. Так бы Гербес Адольфович, наверное, разошелся не на шутку. Ну, у нас еще много в запасе. Гербес Адольфович поприсылал. Ну, а если серьезно, я не буду много рассказывать. Тем, кому нужна юридическая защита, пожалуйста, в описании ролика этого либо любого другого есть ссылочка на наш сайт. Сайт компании Алиан. На сайте есть видео,
как устроена работа кредитных юристов компании Алиан. Также вы можете попасть на сайт. Сейчас, если вот вы посмотрите, в правом верхнем углу появляется кликабельная подсказка. Вот она. На нее нажимаете и попадаете также на наш сайт. Те из вас, кто хочет стать под юридическую защиту, кто хочет воспользоваться услугами опытных специалистов, а мы помогли уже не одной сотне людей, пожалуйста, послушайте обязательно, в обязательном порядке послушайте все, что рассказывается в этом видео, в презентационном, и после этого заполните заявку, в рабочее время с вами свяжется наша специалист. А еще раз, вот смотрите, вот она подсказка, вот появилась. По ней кликайте и попадайте на наш сайт. Ну, а те, кто просто из любопытства для хорошего настроения на нашем канале, если вы не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Да и все остальные, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, репост в соцсетях. Ну и вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика. Все наши ролики в группе ВКонтакте дублируются. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алиан. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.